Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Ну, а теперь немножко о том, что последовало за выходом доклада Маллера. Mm-hmm. Значит, Уильям Барр, генеральный прокурор, написал такое письмо саммари, в котором подвел черту под всем этим докладом, что не обнаружено никакой кооперации между президентом или членами его избирательной кампании с Кремлем. Никакой. И специальный прокурор не будет предъявлять обвинения кому бы то ни было. Что касается obstruction of justice или противодействия правосудию, препятствия правосудию, то есть как бы одни факты, другие факты, то есть его не обвиняют, но и не оправдывают до конца. В общем, такая размытая формулировка с тем, чтобы у демократов была возможность... Оставили им щелочку. Да, чтобы они могли пошипеть. Да, для маневров. И он сказал, что в ближайшее время этот доклад будет передан Конгрессу, ну, настолько, насколько это определено законом и правилами. Демократов это, конечно, не устраивает. Они подняли шум, крик. Сегодня опять было заседание комитета юридического во главе с Джерри Надлером, и они проголосовали за Сапина. Mm-hmm. Ну, трудно было себе представить иначе, поскольку их большинство в комитете. Значит, почему доклад не может быть представлен полностью? Потому что в этом докладе отражено все. Отражены какие-то показания каких-то шпионов, каких-то наших агентов и так далее, и так далее. То есть информация от информаторов, которых хотелось бы скрыть, которых нельзя, так сказать, придавать гласности. Кроме того, там нашли свое отражение заседание большого жюри, специального жюри. Большого или специального? Большого. Жюри? Большого жюри. Гранд-жюри. Гранд-жюри, да. Большого жюри. То есть... Там есть показания людей, которые не нашли своего подтверждения. Скажем, просто в качестве примера. Там, скажем, взяли Майкла Коэна, зажали Бейтсела в тиски, mm-hmm. закрутили, и он начал петь соловьем. Причем петь то, что от него хотели услышать. Mm-hmm. Но по ходу расследования то, что он спел, на самом деле подтверждения не нашло. И таких показаний там может быть целая масса. И люди, которые... предстали перед большим жюри, отвечали на вопросы, и жюри признало их невиновными ни в чем. Mm-hmm. А их имена и их показания не должны быть достоянием гласности, потому что это бросает тень на человека... На их репутацию. Абсолютно, который ни в чем не запятнан на самом деле. Это настолько понятно и объяснимо, но нет, ушлепок Надлер. Им же нужно всякую грязь, неважно, есть смысл, подтвердилась она или не подтвердилась. Им нужно взбудоражить общественное мнение. Им нужно какую-нибудь грязь, показания какого-нибудь такого же ушлепка, который, к примеру, говорил неправду, а показания не нашли подтверждений никаких. Но осадок остался. Но об этом же, они же тут же, медиа подхватит, все эти проститутки с каналов. Все газеты начнут об этом толдовать. То есть их задача, это политическая задача, создать общественное мнение с тем, чтобы, возможно, ну, я не знаю, будет ли, потянут ли они на импичмент, потому что как бы они уже с этой темы потихоньку съехали, но продержать это до 2020 года и облить грязью президента, вот это их задача. И они не остановятся ни перед чем. И вы, наверное, видели выступление, когда Надлер был еще такой... мордастый, угу. В 98-м, 99-м году, да. В 98-м. Восьмом, да. По завершении работы независимого прокурора. Тут я должен сделать
акцент. Независимый прокурор и специальный прокурор – это две разные вещи. Независимый прокурор не отчитывается перед генеральным прокурором. Он не отчитывается перед Министерством юстиции. Специальный прокурор отчитывается перед Министерством юстиции, непосредственно перед генеральным прокурором. И существуют правила. Эти правила были изменены или введены в действие в 1999 году, после того, как работа независимого прокурора Кеннета Стара была закончена, был выпущен доклад. Джанет Рина, значит, подписала новые правила. Теперь по этим правилам специальный прокурор должен отчитываться перед генеральным прокурором. И генеральный прокурор вовсе не обязан отчитываться, в этом смысле, передавать этот доклад Конгрессу. Но по доброй воле Уильям Барр сказал, что он, насколько это возможно, не отредактирует. Кстати, сейчас происходит процесс редактирования, причем в котором принимают участие люди со стороны Маллера, со стороны специального прокурора. Да. То есть они смотрят, что редактировать, что не редактировать. То есть это не просто Барр сам себе взял и черным повычеркивал все, что касается там. Нет, это Маллер, его команда сидит с людьми Барра, и они, так сказать, смотрят в рамках закона, что можно делать достоянием гласности, что нельзя, это определено законом. Вы знаете, я на секундочку перебью, чтобы люди просто поняли, вот мы говорим закон, 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 да, где этот закон? Значит, есть такое понятие, это пункт 6Е. Это вот именно тот пункт, о котором Сережа говорил, где Дженнет, Конгрессом было принято решение, по-моему, если я не ошибаюсь, это 76 или 77 год. Конгрессом было принято решение о том, что любые исследования специального прокурора, которые указаны в рапорте к генеральному прокурору, есть определенные пункты, которые нельзя предавать даже Конгрессу. То есть они вообще не должны никуда выйти за пределы вот круга спецпрокурор, генеральный прокурор. Это закон, который был, есть и будет, и который в 98 году Джерри Недлер, когда Стар закончил свою работу, и республиканцы требовали полностью вот такого опубликовать репорт Кеннета Стара, Джерри Недлер был первым, который кричал: ни в коем случае, потому что это запрещает закон о неразглашении тайны. Окей? Это был первый, который был против. Абсолютно. И я видел его выступление. Есть еще более свежий пример, когда тот же юридический комитет Конгресса проверял работу ФБР, и они стали обладателями там переписки и так далее. И помнишь, Нунес подготовил маленькую такую декларацию, я не помню, как это называлось. Ну, то есть... Причем она была тоже отредактирована, она была сверена со спецслужбами, чтобы, не дай бог, там не было лишнего слова сказано, ну, то есть источники, методы не были названы и так далее. И как в истерике бились демократы, Шиф, когда они расследовали Коми. Да, да, да. И как в истерике бились демократы, что этого нельзя делать, этого нельзя допускать, это вы наносите ущерб нашей безопасности и так далее. И вот сегодня я смотрю, Свалвелл выходит на экран, как всегда, но он ненормальный. Он полностью дебил. Он негодяй. Вот он, самый настоящий негодяй. Он ненормальный. Вот я смотрю на его выражение лица, это искривленный рот. Вот это улыбка. Он ненормальный, он психически, скорее, я не знаю, я не могу ставить ему диагноз, но у меня складывается такое впечатление, что он психически ненормальный. Он мне очень сильно напоминает одного нашего общего знакомого, но... Ладно. Да. Так вот, он говорит, вот, можно там в закрытой комнате посмотреть, почитать, и с таким
с прямым взглядом говорит, что утечки никакой не будет. Мне хочется на это грустно улыбнуться. Ожидать от этих ублюдков, а иначе я их назвать не могу, что утечки не будет. Вспомните историю с Шифом, когда проходило слушание младшего Трампа. Он выскакивал из кабинета заседаний, что якобы там его понос прихватил, несколько раз во время слушаний. И тут же CNN, MSNBC появлялись какие-то репортажи о том, что вот там говорится об этом, об этом. А вспомните Дика Дербина нашего, не к столу будет сказано, когда он при собрании там каких-то несчастных 9 человек у Трампа в офисе вдруг пришел и все рассказал, все то, что сказал Трамп насчет вот этих asshole countries. Абсолютно. Вот и рассчитывать на то, что не будет утечки. Или комик, который совсем ничего не... Нет, он просто другу своему не передал мема специально с тем, что... Чувак на слушаниях в Конгрессе, уж если говорить про коми, на слушаниях в Конгрессе он признается в совершении преступления, за которое он должен пойти в тюрьму. Он сказал, что я специально передал своему другу, а мой друг там передал, мой друг из Колумбии передал в газету мема. То есть это нарушение закона. Человек должен сидеть в тюрьме. Давай примем звонок. Давай. Добрый день. Добрый день, говорите, слушаем пожалуйста. Вас. Добрый день. Добрый. Добрый. А вот из всего того, что слушаешь ваш разговор и учитывая то, что генеральный прокурор то ли назначит специального прокурора, то ли не назначит. Не пора ли Трампу помочь самому себе? Давно же он обещал. Надо начать с рассекречивания документов, тех, которые у него есть, и положить начало вот этому расследованию. И довести до такого момента, чтобы уже генеральному прокурору некуда было деваться, а назначать специального прокурора для широкого расследования. Хорошая мысль, спасибо. На самом деле Трамп не может заставить генерального прокурора назначить специального прокурора. Он имеет в виду, значит, открыть. Линдзи Грэм. Но сначала давайте про специального прокурора. Да, да, да. Линдзи Грэм сказал, что Линдзи Грэм настаивает на том, чтобы генеральный прокурор назначил специального прокурора. Он отправил ему письмо даже по этому поводу. Что касается рассекречивание документов, связанных с расследованием. А Трамп же выступил, сказал, что, говорит, я бы хотел, но со мной работают умные люди, которые сказали, не надо этого делать, пока не закончится, потому что тебя обвинят в obstruction of justice. Правильно. И ему так и говорили. Причем ему об этом говорили все. Да. А сейчас, когда все это закончилось, я думаю, это чисто тактический ход. Они смотрят, в какой момент. То есть, может быть, это явится предметом каких-то торгов. Я не знаю, давление на Конгресс тем, чтобы принять какой-то закон. У него в руках есть инструмент. Вполне возможно. Мы не можем это знать. Я думаю, что он это держит как свой козырь. Да. И он его... Просто сейчас нет смысла его вскрывать. Ну, Fox News об этом расскажет. CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS заболтают, об этом промолчат или там вскользь упомянут. Да. Это не будет иметь никакого резонанса. То есть для этого нужно выбрать подходящий момент. В чем смысл этого? Назначение специального прокурора никаким образом не должно быть совмещено с рассекречиванием документов Трампа. То есть назначение прокурора, это должен просто сделать Линдзи Грэм, допустим, настоять над баром. Бар назначает прокурора, идет расследование. Все. Но Трамп должен держать вот эти вот козырь у себя в рукаве для того, чтобы, если не дай бог, на него начнут серьезно давить. Сейчас это еще пока так себе. Начнут либо на него, либо на членов его семьи давить серьезно, вот тогда он будет использовать этот козырь. А прокурор обязательно должен быть. Так, ну вот как-то примерно вот такая ситуация. Значит, они будут издавать субпоену с тем, чтобы... Хотя он и так пообещал Барр, что... А, они же настаивают на том, чтобы полностью, вот, целиком и полностью, то есть где-то в течение через неделю, может быть, максимум через две, Барр предоставит им доклад, но отредактированный, в рамках закона. Они теперь требуют, им этого мало, они требуют все. Мало того, они требуют все документы большого жюри. Ну, это называется underlining documents, это все они, то, что связано с расследованием. Надлер прямо сказал об этом. Да. Нам нужны все документы большого жюри.
То есть то, что вообще запрещено законом. Абсолютно, это запрещено законом. То есть они хотят, чтобы бар нарушил закон для того, чтобы удовлетворить этих ублюдков. Я иначе их назвать не могу. Да, но самое интересное, знаешь, самое интересное то, ну хорошо, вот они получили эти документы. И в этих документах ничего нет. Допустим, просто ничего нет. Ты считаешь, что они на этом закончат? Да нет, ну вот и все. Документы. Поэтому... Послушай, а кто, сколько раз CNN отзывала те или иные статьи, те или иные материалы? Трое журналистов было выгнано. Даже да. По меркам CNN, этой fake news organization, трое журналистов были уволены за фейковые статьи, за фейковые репортажи. А кто им помешает, ссылаясь на якобы имеющуюся там информацию, раздувать и кидать дерьмо на вентилятор? Конечно. Абсолютно. Так что в этом и заключается их задача, в этом заключается их цель. То есть власть, власть и власть. Все. Но самое интересное, ты слышал, да, как спросил Джим Джордан сегодня вот на этом слушании, как он у них спросил, ребята, а что мы вообще здесь делаем, если бар... абсолютно не отказывается нам выдать этот репорт. Мы ломимся в открытую дверь. Вы хотите, чтобы он это сделал сегодня, а ему нужно 400 бумажек перелопатить, отредактировать. Это же надо время на это. Он вот. Попросил всего 2 недели. Так вот теперь они говорят, а нам не надо отредактированное, вот. Нам надо все и все документы, все до одной. Потому что... Давай примем звонок. Давай. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, просто слушая ваше рассуждение, мне пришла такая мысль в голову, что получается, что если я хочу быть безнаказанно, так сказать, делать все, что хочу, то я должна быть членом демократической партии? Нет, 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 не просто член. Вы должны принадлежать верхушке, так называемой элите демократической партии, потому что там внизу вам не поздоровится. Вам нужно быть именно, как говорится, особой, приближенной к императору. Вот тогда все будет в порядке. Вот типа Джерри Джастин Смолетт. Вот этот актер, которому все позволено. Ну, Окасия Кортес, я так понимаю, что она не очень-то в верхушке, но творит, что хочет. Вы понимаете, Окасия Кортес... Вы не путайте Божий дар с яичницей в том смысле, что Окасия Кортес, она не делает, что она хочет. Она просто болтает своим языком, причем ну, она сама себе... Приятно. Ну, я не знаю, ли это приятно, когда тебя со всех утюгов называют дебилом и необразованной, недалекой дурой. Я не знаю, ли это приятно. Я не знаю, насколько у нее толстая шкура для того, чтобы это все потом пережить, но вы поймите, она вот буквально там пару дней назад, да, она вдруг решила блеснуть познанием истории и сказала, что вот демократы специально там пытались поменять конституцию для того, чтобы помочь Рузвельту протолкнуть свою идею. Она просто, или, ну, я не думаю, что она забыла, она просто никогда об этом не знала, что Рузвельт к этому времени уже 2 года был мертв. Понимаете? И вот такие вот ее перлы, как ну, вот каждый день, который она выдает, причем, если вы видели, она выступала на так называемом Town Hall Meeting, где она сидела в такой... очень удобном кресле, и она сидела в позе философа, и вот она размышляла мысли вслух, обтекая там, стекая по дереву, но абсолютная галиматья. И лучше никто не скажет, чем сказал, опять же, президент Трамп, когда он сказал, да, это хорошая вещь, вот эта идея Green New Deal, которую придумала 29-летняя барменша. Понимаете? Вот и все. Есть такая классная песня, я ее обожаю. Кухарка никогда не станет прачкой. Понимаете? И вот как бы она ни пыталась, что бы она ни делала, ее используют ровно до тех пор, пока она нужна. Потом ее как мокрую тряпку выбросят, и все.
Спасибо большое за ваш. Хочется надеяться, да. Спасибо за ваш звонок. А вот у нас радиослушатели интересуются, которые слушают нас в Украине. Можем ли мы позвонить на скайп? Я дал наш ник на скайп. Я не знаю, сейчас, если попробую. Нет такого. Скайп пишет, что нет такого. Есть такое? Только, я маленькими буквами писал. NVC это только может быть Capital, большие буквы, и AM тоже Capital. Может быть, поэтому не проходит. Вообще, это наш ник. NVC 1430 AM. Так что попробуйте. Попробуйте. Если мы через скайп, мы пользуемся скайпом. Просто, может быть, буквы большие, заглавные. NVC и AM тоже заглавные. Что еще? На границе. На границе бардак полный. Конечно, вот есть информация о том, что адвокаты, ну, типа наших местных знаменитых, там на границе, американские адвокаты ходят и консультируют эти десятки и сотни тысяч так называемых беженцев, как им себя вести, как отвечать на те или иные вопросы, какие заявления делать. Но ведь это же адвокаты поехали не из Нью-Йорка там или откуда-нибудь на границу, за границу, а не просто так. Это же есть, конечно, компании, которые их финансируют, есть всевозможные организации, финансируемые тем же Цуросом и прочими стоерами. И, кстати сказать, постоянный донор республиканской партии, вот эта организация, которая финансирует братья Кол, они финансируют, ну, на самом деле, они как бы либертарианцы, но вот Каты институт, но они выступают абсолютно за открытые границы. И если ты посмотришь там какие-то материалы, которые они публикуют, они пытаются опровергнуть статистику, которую представляет Homeland Security, что ничего подобного, там всего 1% нелегалов, остальные легалы. Какие же они нахрен легалы, если десятками и сотнями тысяч народ идет, и вот такие адвокаты, адвокатша, там в фотографии он есть, которые их консультируют, что им нужно сказать для того, чтобы их не выгнали сразу. Какие они легальные? 90% из них не имеют никаких оснований для того, чтобы получить статус. Да. Не имеют. И что происходит? Поскольку переполнены все эти центры содержания иммигрантов, их вынуждены тысячами отпускать на улицы. И что? Ты слышал, да, там было интервью с женщиной, она представляет Catholic Charities. Что она говорит? Десятки, просто вот десятки тысяч. А потом, когда их выпускают, вот, как говорится, в народ, потом идут и обращаются вот в эти все charitable organizations, то есть вот эти все, ну, типа Catholic Charities, там еще какие-то фонды, и просто их высасывают деньги из вот этих фондов, которые в принципе не созданы для того, чтобы содержать нелегалов. Это фонды, которые созданы для того, чтобы помогать людям, попавшим в беду здесь, в Америке. А эти нелегалы просто высасывают фонды, пользуясь тем, что это фонды все-таки религиозные, что это фонды, которые, ну вот, якобы обязаны помогать любому, который обратился, да? Действительно, и в стране достаточно людей, которые нуждаются. Ну, давай, конечно, говорить правду. Абсолютно. Достаточно людей, которые не нуждаются и которые иногда рассчитывают на помощь вот тех религиозных организаций. А сейчас они вынуждены заниматься вот этой ерундой. Вот этими перемещенцами. Ну и Трамп сказал о том, что он закроет границы. Я не знаю, закроет ли он их полностью на замок или как-то, потому что там $1.5 миллиарда в день, по-моему, товарообмен между Мексикой и США. И он признает, он понимает, он дает себе отчет в том, что это отразится негативно на экономике, может быть, там... Ну, он вроде немножко поменял свою систему. Более флексибл, он сказал, может, закроем там, где пешеходные переходы. Пешеходы и машины, и легковые машины, траки оставим. Да. Ну, и по этому поводу NBC просто упала в обморок, потому что сказала, что у нас авокадо всего на 3 недели осталось, если... Это самая большая проблема. Можешь себе представить, через 3 недели авокадо закончится, как мы жить-то будем? Ну да, маргарита звенит, а авокадо звенит. Не будет. Маргарита тоже, говорят, текилы же не будет. Текилы не будет. Они просто упали. Не, Мексика у нас покупает текилу, так что это они не знают. Ты мне скажи другое. Ты слушал сегодня Крис Плант? Нет. Видишь? Крис Плант правильно сказал. Он говорит, представляешь,
Вот то, что у нас не будет авокадо, это трагедия. Но зато у нас будет фентанол, у нас не будет нехватки гангстеров, у нас не будет нехватки заболеваний, у нас все кстати, будет... Кстати, вот, вот эти заболевания, о которых мы давным-давно уже забыли, становятся проблемой. Они несут с собой болезни, с которыми наши врачи разучились как бороться, потому что это было не актуально на протяжении десятилетий. Конечно. Слушай, я тебе скажу больше. Вот эти люди, которые вот то, что поймали, там их было не поймали, а диагностировали где-то, по-моему, 10 или 12 человек, у которых вот это заболевание, которое поедает собственную... Да. Представляешь? Какие-то бактерии, которые... Бактерия, которая поедает человека, просто его... Изнутри съедает, мозг съедает. Представляешь, на секундочку, вот о чем думают вот эти вот... Либералам бояться нечего, как кто-то сказал сегодня. Я не помню. Ну да, они же там не живут. Нет. Плен сказал. Пи... Пи-майнд. А, да. Да, пи-брейн. Пи-брейн. Да, пи-брейн. Пи-брейн, да, это правда. Пи-брейн, им бояться нечего, у них пи-брейн. Все, друзья мои, спасибо огромное всем за участие в программе. И, кстати, попробуем. Почему-то не может человек через скайп нас... Ну, пусть он сбросит свой ник. Набрать, да, может быть. Сейчас я напишу. Спасибо всем. Всем будьте здоровы, до свидания. Меня зовут Сергей Зацепин, да.